сегодняшнего дня я решила организовать такую рубрику, как «Уголок английского». Здесь я хочу рассказывать о каких-то новых словах, терминах, словосочетаниях, которые здесь для нас были новыми, или же, возможно, мы их знали, но в другом контексте, или которые мне просто, кажется, могут быть интересными кому-либо и полезными. Так что, кому интересно, присоединяйтесь.